Здравствуйте, с вами Ульяна и рубрика «Буктрейлер». Герои повести Константина Сергеенко «До свидания, враг» – бродячие собаки, вечно голодные, без крыши над головой. Собаки, у которых есть только овраг. Пустынный овраг на окраине густонаселенного города. А еще у этих собак есть гордость. Гордость, не позволяющая жаловаться на судьбу и прославляющая вольную волю. Но в душе у каждой из этих собак живет мечта. Мечта независимых псов о зависимости. Мечта никому не нужных животных о своей нужности. Несбыточная мечта о своем человеке. Читайте с удовольствием и помните, что мы в ответе за тех, кого приручили.